Первая игра и первая победа. 3-0 в пользу одинцовской команды Подмосковья. Так начался чемпионат России для наших волейболисток из молодежной лиги. Девчонки играли слаженно и уверенно. Точная тактика и усиленная защита сделали свое дело. По словам тренера, справились на 70%. Без ошибок все же не обошлось. Тренер, наверное, всегда будет недоволен, при всем, что сегодня вроде бы неплохо играли, неплохой результат, но говорю, что по качеству игры надо добавлять, потому что при всем уважении к команде Сахалина, они находятся, скажем так, ниже нас по положению в чемпионате, и остальные соперники, которые здесь, они гораздо сильнее. Если мы позволим себе так расслабляться, как это было в третьей партии, то следующие соперники нам не позволят так легко с ними бороться. Чтобы бороться с такими соперниками на равных, нужно еще больше усилить подачу, защиту и, конечно, отрабатывать приемы. Главной составляющей победы, считает тренер. Это доказал и матч с южно-сахалинской командой. В первые сеты дались легко, побеждали с большим отрывом 25-17 и 25-7. А вот в третьем пришлось потрудиться. Команда соперника давала усиленный отпор, успешно отбивали подачи и блокировали пасы. Мы то нагоняли, то отставали и только к середине партии начали опережать. В итоге буквально вырвали победу 25-18 в пользу Подмосковья. К этой игре мы готовились не только физически, но и тактически. У нас был разбор команды каждого игрока, кто куда нападает, подает, кому как ставить блок. Поэтому мы были готовы к этой игре. Оставалось только настроиться на игру, потому что домашняя игра, родные стены, все родные, близкие, начальство все смотрят, как мы играем. Поэтому мы сделали свою задачу и настраиваемся дальше играть. А дальше предстоит играть с челябинским «Динамо Митар», московским «Динамо», красноярским «Енисеем-2» и другими именитыми командами. Всего 5 туров и 6 команд в финале. Попасть непросто, но шансы у нас определенно есть. Сейчас мы находимся на 4-м месте. Первые 6 команд попадают в финал, в первый, который будет разыгрывать медали. Вот у нас задача, конечно. Это задача минимум — попасть в шестерку, да, поэтому будем стараться. И пусть старания будут не напрасны, ведь именно эти волейболистки – будущий резерв команды Суперлиги «Заречье Одинцово». Попасть в ее состав для молодых спортсменок – задача максимум. Для этого нужно достойно выступить в чемпионате. Так что желаем удачи и красивой победной игры. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».